мой. Ты опять много темного привез. Светлого народ хочет, да покрепче. Не могу я хранить его у себя. Вдруг проверка. Тебя-то папа отмажет, а меня кто? Да не переживай ты. Все под контролем. Где Маринка? В туалете. Мучит ее. Мариша. Марина, открой, это я. Привет. Да ладно, ты не переживай. Я с матерью поговорю, она все сделает. Она хорошо делает, все говорят. Марин, ты пошла домой, полежала? Нельзя. И так придется отгул брать. Хочешь? Нет. Ну ладно, я вечером забегу. Андрей. Да. Ладно, иди. Господи, все чахнешь над своими книгами, как Кощей Бессмертный просто. Мам, Кощей Бессмертный чахнул над Златом. Ой, слушай, какая разница? Ты прекрасно все понимаешь. У меня в твои годы дети были. Вчера видела жену Дениса. Хорошенькая такая, беременная. Животик кругленький, рожать ей скоро. Я ей рассказала, что, как. Она с Денисом приходила. И Денис такой внимательный, такой обходительный. Чудо. Это не он вчера вечером звонил? Мама, оставь меня в покое. Привет, мам. Привет. Опять всю ночь шлялся? У твоего отца, между прочим, в твои годы и уже дети были. А он все равно шлялся. А ты откуда знаешь? Мам, ну а кто не знает? Мам. Слушай, там у Венчика подруга залетела. Помочь просит. Мам. А мне надоели вот эти вот подружки, которые залетают от Венчиков. Мам, ну будь человеком. Женись. Нарожай мне внуков, я буду человеком. Да о чем ты говоришь, мам? Что, повестку, что ли? Угу. Вот Аркашка, а? Он же говорил, что все уладит. Все, мам. Собирай сухари и заказывай памятник. Обойдешься. Венчику-то чего сказать? Пусть завтра приходит в 5. И чтобы не опаздывала. Спасибо, мам. Пожалуйста, сынок. Вот, давай сейчас на кухню. Тяжелый, зараза. Привет. До свидания. Да. Давай.
какую рыбину и коту. Тебе что, жалко, что ли? Не жалко. Ловил-то я. Ой, боже мой, можно подумать, что ты 3 дня сидел с удочкой на берегу, а не квасил со своими товарищами. Ну, все, не начинай. А я не начинаю, мне просто надоела эта твоя рыбалка. Охота твоя и бабы твои очень надоели. Вот только на них ты обращаешь внимание, а на семью тебе наплевать. Рыбу-то я вам привез. А лучше бы ты ее не привозил. Повестка. Еще одна будет повестка, или Андрей пойдет в армию. Я с тобой разведусь, понятно? Я спрошу, понятно? Понятно, понятно. Саша, здравствуй, полковник Карась. Сыну моему опять повестка. Не знаю как. Ну, кажется, здоров. Что ты говоришь-то? А гастрит, всякие другие болячки? Жена говорит желудком что-то. Хорошо. Сказал. Что сказал? Сказал, чтобы вызвали на медкомиссию, и она его спишет. А если не спишет? Должна. Как ты должна? Ты мне сказал, что больше повесток не будет, а она пришла. Значит, больше не будет. Вот на выпись. Спасибо. Ты куда? К Ларисе Львовне. Садись, жди. Она на операции. Ну что, таки будем молчать? Не кури, пожалуйста. Камила! Здорово! Привет. Ты чего здесь? Да, хозяйка из квартиры выгнала. О, слушай, а куда же ты теперь? Ну, пока не знаю. Давай ко мне. А чё, тебе можно? Можно. Да ладно? Да. Ну, пошли. Денис, помоги нам. А это кто? Да, потом расскажу. Ага, понятно. Что ты там напихала? Что? Эй, вы ко мне? Марина? Марина, да. Говорит, на обувь? Да. Домашек готовьте. Ага. На выписку. А у меня наркоз будет? А зачем тебе наркоз? Я так все вырежу. Что, испугалась, что ли? Вот венчику по-твоему я бы с удовольствием что-нибудь без наркоза отрезала. Идите, я догоню. Венчику? Да ладно, шутит она. Слушай, ну у вас прям тут это, какой-то рыбный мини-заводик. И часто такое происходит? Угу. Полковник раз в месяц привозит по мешку. У нас распределение обязанностей. Папенька ловит, я чищу, а маменька солит, жарит. А братец-то вот в этом технологическом процессе не участвует? А, что ты? Он нас обрабатывает дичь. Полковник же у нас. Не только рыбак, но еще и охотник. Погоди, погоди. Ой, привыкнешь. А я, знаешь, не люблю мясо дикой утки. Хотя мама его хорошо готовит. Да? А я вот не умею готовить, да и не люблю. Да ладно тебе. Я раньше тоже не умела. Пока с родителями жила, а потом, когда одна стала жить. И готовить научилась, и жарить, и парить, ну что там, стирать, гладить, даже и ремонт делать. Ой, осталось только вот жениха бы еще найти, чтобы, знаешь, с квартирой. Ну что было это, где ремонт делать? Слушай, Андрюшка, брат мой, чем не жених? И квартира будет. К осени обещали дом сдать полковнику, уже давно на очереди стоит. Так что, Андрюшка, наш жених с приданным. Жених с приданным, это круто. Сейчас помогу. Сейчас, подожди. Подожди, давай.
Вот еще одному человеку родиться не взяла. Наверное, мне Боженька внуков не даст. Что ты придумала себе? Ведь у меня же внук есть. Как там твои? Все так же. Веронику из дома не выгонишь, сидит за книжками, все принца ждет. Андрей своих принцесс меняет, перчатки, весь в отца. А Вероника в мать пошла. Угу. Такая же дура, как и я. Ну, как ты? Голова кружится. Это от наркоза пройдет. Венчик приедет за тобой? А при чем здесь Венчик? Да, наверное, ты права, он уже здесь ни при чем. Бог с вами, разбирайтесь сами. Это ребенок Андрея. Что ты сказала? Спасибо вам. Чего? С детьми что-то? Лара, Андрюшка разбился? Типа тебе на язык. Ты чего? Ты чего? Я, Аркаша, сегодня нашу внучку убила. У нас что, внучка есть? Ну, теперь уже нет. Мне Андрюшка обманул, я сделала аборт на девчонке. Я же не знала, он сказал, что это Венчика. Лара, ну что ты меня пугаешь? Дело молодое. Будет у нас еще и внук, и внучка. И... Все, успокойся. Не трогай меня сейчас. Тебе всегда на все наплевать. Это кто у нас там плещется? Гости какие приехали? Нет, подружка Вероники. Ей жить негде, вот пусть живет. Картошки положи? Да. А что, у нас гостиница? Ой, ладно. Может, подумать, что ты часто дома бываешь, и она тебе мешать будет. Пусть поживет. Да ладно, пусть живет. Ну, пусть живет. Я-то чую. Лара. Да. Давай по рюмочке. Давай. Мне чуть-чуть. Ну, Лар, давай, мир. Не чокайся. Да что ты опять начинаешь? Забудет он завтра про эту девицу, и ты про нее забудь. Да. Ну все, мир, мир, мир. Ой, какая крепкая. Доча! Вам по рюбочке долить? Я не пью самогонку. Ты чё? Какая это самогонка? Это, можно сказать, лекарство. Это настойка. Кстати, полезная. Что-то я не припомню, чтобы лекарства пили рюмками. Дай мне хлеб. Как продвигается кандидатская? Может, еще что-нибудь спросишь? Как дела? Как Саш Бела.
Да, папенька. Кстати, ты уже давно собирался щелку ванны починить. Мне кажется, время пришло. Тарасов вызывал. Значит, можно вместо однокомнатной двушку получить в этом же доме при условии, если у нас будет прибавление. В смысле? Если Андрюшка женится, мы невестку прописываем здесь у нас, и ему в самый раз. Че ты смеешься? Андрюшка женится. Погоди, если не понравится, разведется. В смысле, с женой, что ли? Ну. Ты чего, что, на ружье, что ли, какое? Ну. Понравилось, взял, ладно. Не понравилось, выбросил. Ружье это, знаешь, совсем другое. В общем, дом сдается в ноябре. Минимум в начале октября он должен быть женат. Ты еще приказ отдай, чтобы он женился и двух детей родил, для того, чтобы в армию не идти. И отдам. И отдай. Отдам. Отдай. Да. Ну, потому что мне стыдно. Ох, тебе стыдно. Стыдно, я тебе полковник, стыдно. Да. Полковнику неудобно. А мне, между прочим, страшно. Мне страшно матери в твою армию сына отдавать. Ладно, мне не каркай. Страшно. Ребенок, 23 года балбесу. Ну и что, а ты себя вспомни в 23 года. Налей еще. В общем, дом сдается в ноябре. Угу. Ты с Андреем по поводу женитьбы поговори. И не собирайся дальше. Ты сам это все придумал, сам разговаривай. Что-то жареным пахнет. Все равно я разговаривать не буду. Ты будешь разговаривать, потому что ты это все придумал. Я говорю, жареным пахнет. Краси. Ой, все сгорели. Как же вкусно. Когда сам готовишь, почему-то не так вкусно. А когда кто-то, совсем другое дело. А ты что не ешь-то? Слушай, Камил, ты извини меня, пожалуйста, мне позвонить нужно. Ты у Андрюшки в комнате не посидишь? Да не вопрос. Алло. Привет. Я же просил, не звони мне домой. Ну, а куда мне звонить? На мобильный. Денис, он выключен. Правильно, потому что я дома. Денис, нам нужно поговорить. Слушай, она уезжает завтра к матери. Давай я тебе перезвоню. Денис, подожди, Денис, послушай. Извини, я не могу говорить. Марина дома? Спит. Че, до сих пор? Я пройду. Зачем? Мам, кто там? Привет. Заходи. Вон отсюда! Ты как? Нормально? Да. Мать не обижала? У тебя хорошая мама. Хочешь конфетку?
Нет, спасибо. А зачем ты ей сказал, что я девушка Венчика? Но она бы тебе аборт не стала делать, если бы знала, что ребенок мой. Почему? Потому что ей внуков надо. А, внуков надо. А тебе? Слушай, хороша. Ну, поехали, развеемся. Тебе на воздух надо. Ты вон какая бледная. Нет. Я с тобой никуда не поеду. Пока. Ну и вали, дура. Ну что, неплохая находка в постели. Бывали и получше. Ну ладно, пойду. А за гостеприимство спасибо. А ты кто? Камилой меня зовут. Камилой. Скажи мне, что ты меня любишь. Я люблю тебя. Нет. Скажи, что ты меня любишь больше, чем ее. Я люблю тебя больше. Честно-честно. Честно-честно. Правда-правда? Правда-правда. Обещаешь? Обещаю. Клянешься? Клянусь. Вероника. Ты же знаешь, у меня будет ребенок. Знаю. Ну что, дети-то прекрасные, это цветы жизни. Я просто думал, что у нас уже с тобой все. Значит, разводиться не собираешься. Я не могу сейчас, пойми. Вероника, давай поговорим. Давай все обсудим. Я сниму квартиру, мы сможем встречаться. Вероника, подожди. Вероника. Пусти меня. Пусти. Тихо, тихо. Меня. Не кричи, давай вернемся и спокойно поговорим. О чем говорить? Ты уже все сказал. Можно потише. Давай я тебя домой отвезу. Брат, ты попал. Угу. Ничья. Блин, откуда туалет взялся? Я вообще думал, он вылетел. А он передумал. Открыто. Привет. Здорово. О, привет. Меня Камилой зовут. А, это Вероникина подруга. Это Батон, это Венчик. Вениамин. Арсений. Очень приятно. А у вас это, снотворного нет, а то прям бессонница. Пиво будешь? Буду. О. Ну,
Садись. Садись. А ты играешь в секу? Играю. Только на деньги. А у тебя деньги есть? А девушке всегда есть чем расплатиться. Согласна. Только ставки будут большие. Деньги покажите. Не вопрос. Батон, давай, не жмись. Опа. Ладно. Вы как? Целы? Нормально. Жить не буду. Ой. Ты приехала, да? Эй, куда? Ой. Ой. Ну что? Ой. Протокол будем заполнять или, может, сами договоритесь о возмещении ущерба? Кто я? Дистанцию соблюдать надо, гражданочка, или вы первый день за рулем? Миленький мой, если бы не выскакивали, кого-то, как черт из табакерки, выскочил, выскочил и палкой своей машет. А вот, вот за оскорбление при исполнении, за это можно ответить, гражданочка. Права сказал. Мои? Да, да, ваши, и на алкоголь мы еще вас проверим. Права, меня говорю, на алкоголь. Тебя. Успокойтесь, успокойтесь. Хорошо. У меня к вам претензий нет, все. А у тебя сержант есть. Какая честь? А давайте милицию вызовем. Вызовем, посмотрим. Пусть милиция проверит, сколько ему вот этот вот водила из мэрса в карман положил. Разговорчивая какая-то. А что, не положил, да ничего? Знаете что, если у вас друг к другу претензий нет, черт с вами. Вы разбирайтесь сами. Как-то сами разбирайтесь. А кто ее в город будет тащить? Она ж не едет. Техпомощь вызывайте. Помощь? 35-й километр. Да, 35. Ну, это спасибо за игру. Ну что, приуныли-то, парни? Пиво еще есть? Пиво. Может, еще партийку? А у тебя еще есть деньги? Денег нет. Но я тоже могу телом. А если я выиграю? Или венчик? Вень, ты возьмешь телом батона? Я бы взял. Мать гонит картошку на дачу копать. Вот, пусть он вместо меня и копает. Не советую. Рискуешь оставить дачу без урожая. Да там кроме картошки ничего и нету. Вот картошку и сожрет. Клевета. Ладно, отказываюсь от тела. А ты? Телом батона возьмешь? Вот винчика бы взяла. Чем я плох? Мужчина в расцвете сил. Дай-ка гитару. Время сквозь пальцы, словно песок, долгие дни ожидания, книги, прочитанные между строк, ненаписанные письма признания. Кажется, будто уже не найти того, кто судьбой предназначен, и никогда не сойдутся пути, но знай, будет все иначе. Подержите, пожалуйста. Что? Руль. Руль? Угу. Ага, возьмите. Ой, спасибо большое. Вот салфетку. Спасибо. Спасибо. Я Виктор. Позвоните, я помогу с ремонтом. Очень приятно. Моей машине уже ремонт не понадобится. Ей теперь нужно только на свалку. Вам это ничего не будет стоить. Я тоже не буду в долгу. Аборты, пожалуйста, жене и любовнице, любому члену семьи.
Беседки, правда, у меня нет. На какую букву? Авария. На. Зовут Лариса. Звоните. Обращайтесь. Больше льда нет? Есть мороженое. Хотите? Да. Тогда держите. Ой, спасибо большое. Мое любимое. Спасибо. Ты где была? У любовника. У какого любовника, мать, ты что, блины объелась? Я нашу машину разбила. Когда? Где? Когда с дачи возвращалась. А зачем ты туда поехала? Я ж тебе сказал, в воскресенье съездим. А ты бы на свою рыбалку умотал. Я сказал, специально для этого не Кофричуку отказал. Ой, какая жертва. Сильно разбила. Ой, ё-моё. А машина? Чёрт знает, что. Турки завершили эту атаку. Это восьмой номер Нихат Кахвичи. С острого угла отправляют в сетку. К сожалению, нам показывают только завершающую стадию этого эпизода и не показывают момент с передачей. Было там положение вне игры или нет? Короче, тихо. Что? Батон, осторожней там. Родители спят. Слушай, Камил, давайте пойдем куда-то еще. Мы тогда с Андрюхой. Ну давайте пойдем куда-то еще. Тихо, тихо, тихо. Ну все, ребят, давай. Пока, пока. Ну все. Бей, счастливо. Позвоню. Все, да. Давай, Антоныч. Я позвоню. Позвони. Спокойной ночи. Камил, подожди. А пойдем ко мне? А, кажется, я сегодня выиграла. М? Ну пойдем, пожалуйста. Я еще никого не просил. Да ты чё, сами ложились? Угу. Пусти, я-то закричу. Ну пойдем, не пожалеешь. Не пожалею? Потому что не пойду. Чё опять? Что случилось? Ну что еще? Это ты кричала? Да нет. Ты кричала? Ну, а что сразу я-то? А кто? Ну, откуда я знаю? Может, вообще не крик был? А что? Ну, не знаю, может, это стон был какой. Ты чего, меня чуть не парализовало от этого стона. У Андрея кто-то есть? Да не знаю, я рано легла. Ну, конечно, и я конечно, сразу. Конечно. Ну, Андрюшка. Мам, я возьму. Алло. Алло, Мариш, привет. Ну чего, я у подъезда, выходи. Алло. Мариш, это я. Мариш. Ну и катись ты, идиот. Алло, Светик, привет. Узнала? Ага. Да ничего, не жалуюсь. Да, ты как? А давай прошвырнемся сегодня куда-нибудь вечерком, а?
Как? Когда? А, ну, поздравляю. Вообще-то могла позвать на свадьбу. Да? Ну, ладно. Все. Пока. Алло, Лер, как? Жизнь молодая? Ну, давай, может. Чего? Новый любовник? А, ну, ты же знаешь, что старый друг лучше нового друга. Да? А, ага. Ну да. Девушка, 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 ну подождите. А хотите, я подарю вам сегодняшнюю ночь? Да пошел ты. Странно. Здорово. Стой. Слушай приказ. До октября должен жениться. Кто? Ты. Чё, совсем озверел? Ты как с отцом разговариваешь, ты? Ой, ничего толком сделать не можешь. Просто папа со своими командами забыл тебе сообщить самое главное. У него появилась возможность получить двухкомнатную квартиру. Но для этого тебе нужно жениться. Если ты женишься, будет двухкомнатная квартира. Не женишься, однокомнатная, решай. Чего тут решать? На момент получения квартиры должен быть женат. Все. Помолчи, все. А. Марин хорошая. Правда хорошая. И тебя любит. С чего ты взяла? Так видно же. Ноги убери. Сам разберусь. Ну, хорошо. Не хочешь на Марине, Настенька? Злая правда. А вот и Лера тоже хорошенькая. А? Лучше Ксюша! Помолчи, а. А чего помолчи? Я, может быть, тоже хочу участвовать в выборе невесты. Так, может, еще и жить с ней будешь? Ему на пенсию. На квартиру мы больше не заработаем. Мам, вы что здесь все с ума сошли? Мне не на ком жениться, не на ком. А квартира тебе нужна? Да ты хотя бы вот на этой женись. Как ее? Подруга Вероники. Камила. О, Камила. Слушай, а может, ты сначала у нее спросишь? А и спрошу. Спрошу, сынок. Камила, Камила! Камила, в общем, тут такое дело. Как тебе, Андрей? Ну ничего, бывает хуже. Вот. Выходи за него замуж, жених, он перспективный с квартирой. В смысле, квартира в перспективе. Двухкомнатная. Ну, это надо обдумать. Ой, да что тут думать? Чего думать? Молодой, красивый, с квартирой. Ну, это понятно. Просто у него есть недостатки же. Чего? Это какие? Какие? Ну, он эгоист. Хам. Не бренчи. И вообще, женщин, знаете, не особо уважает. Кто за такого пойдет-то, а? Ну, это пустяки. Ну, он руки распускает. И скверный характер. И узкий кругозор. Вы, конечно, простите, но с ним просто неинтересно. А это значит, что я буду встречаться с другими мужчинами, более интересными. А ты чего, подумала, что мы тебе жить с ним предлагаем? Мы, в смысле, фиктивный брак. Из-за квартиры, понимаешь? А, не, если Андрюшку-то все устраивает, я всегда готова помочь вашей семье с получением дополнительной площади. Ладно, хватит. Так вы меня достали. Да, Андрей, зачем так спешить? Что, нельзя до утра, что ли, подождать? Открой же дверь. Они хотят невесту? Они ее получат. Блин, а к кому мы идем свататься? В смысле, лезем в ручку? Не знаю, какая разница? Кого найдем, на то и женюсь. Мне Лилия нравится. 76-й. Блондинка. Ну и что? Лилия моя. У нее подружка есть. Маша, кажется, брюнетка. С большими организмами. Кажется, такая, как тебе нравится. Ну вот, на подружке и женюсь. Лиля, это я. Нету их. Уехали они. Куда? Домой. А, сегодня ж пятница.
А может, передать что-нибудь? Может, хотели что-то? Да нет, мы так, собственно, на чаек заходили, да. А что, не ходите на дискотеки? Ходим. Странно, что-то я вас не видел никогда. А какой курс? Второй. А я третий. Правда, не закончил? А подруга есть? Сонечка, принимай гостей. Меня, кстати, Алена зовут. А я Батон. Ну не сборишь. Дай пас, дай пас. Сейчас довольно уверенно. Тебе ну, дождался. Часа уже остается до завершения этого матча. Ну давай, 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 давай. Дождался. Погоди, на чеку, но на самом деле это, все. Я думаю, бей. 30% Аркаша. Того, что погоди, способны Лара. Сделать три бей. Года. Если Турция... Лара, ну это такой матч. Можно я с тобой на охоту поеду? Зачем? Мне надо как-то приобщаться к твоим интересам. Я к твоим, а ты к моим. Ну, и что? Я должен буду с тобой по твоим этим гинекологическим слетам ездить? Не, ну почему? У меня много других интересов. Ну, вязание, цветы. Ты чего, издеваешься надо мной? Нет. Ну вот, например, Камила сказала, что она не может общаться с Андреем, потому что у них нет ничего общего. Вот у нас тоже получается, что нет ничего общего. Детям мы уже не нужны, они выросли, правда? Внуков у нас нет. Нас ничего не соединяет. Вот что нас объединяет, скажи? Ну как? Ты моя жена. А что значит для тебя жена? Слушай, Лар, может, ты съездишь, отдохнешь? Я Данильчуку позвоню, он сделает путевку. Вот куда ты хочешь? Никуда я не хочу. Отдыхать не хочу. На дачу не хочу. Вот скажи, зачем ты на мне женился? Ну, ты спросила. Ну, вот влюбился, женился. А куда любовь ушла? Слушай, мы что, хуже других живем? А меня другие не интересуют. Меня интересует моя жизнь. Понимаешь? Которую я прожила не так, как хотела. Да ладно, еще не прожила. Мы с тобой даже никакого праздника не отметили. Юбилей не отметили. Давай отметим. Какой? Серебряную свадьбу уже проехали. Все. Серебряная это сколько? Это 25 лет, Аркаша. А мы с тобой уже 26 живем вместе. 26 хорошая цифра. Давай я Светке позвоню, она не закажет надо. Вот рестораны. Не надо, без своих любовниц, пожалуйста, без Светок этих. Она Маш, мне не любовница, Даш. Я да, тебе сто да, да, раз уже об да, этом да, говорила. Она мне не любовница. Да, слушай, давай выпей свои таблеток, каких-нибудь там, я не каких знаю. Каких таблеток? Ну, я не знаю. От Климакса. Я еще, Аркаша, рожать могу. В чем тогда дело? А ты что, не понял, что ли? Нет. Не люблю я тебя больше. Разлюбила? Как это? Разлюбила? Тебе вообще танцевать не хочется? Тебе музыка не нравится? Или я? А? Понятно. Смотри, вот свиньи. Реку совсем загадили. Бутылки плавают. Чего? Это дерево. А дерево – это природа. Природа – это вода. Вода – дерево, дерево – вода. Вода без дерева не может, и дерево без воды тоже не может. Дерево не польешь, оно не вырастет. А так спичка деревянная, к берегу прибьется, так, может быть, и куст вырастет. А вот бутылки в воду бросать – это хамство. А может быть, в бутылке джин? Кто?
Говорю, может быть, в бутылке джин. Ты это серьезно? Или шампунь в голову ударил? Джин всегда чувствует, перед кем нужно появиться. Просто не каждый верит, не каждый чувствует, что нужно открыть бутылку. Так бутылка уже открыта. Ну, значит, джин на свободе. Он, может, прямо за тобой стоит. Там нет никого. Но даже если бы и был... Если бы был, то можно было бы загадать желание. И что? Что? Ну, желание у тебя какое? Не скажу. А тебе чего хочется? Мне? Я хочу танцевать с тобой. Пойдем. Видишь, никакого джина тут нет. Ничего не помогает. Чтобы джин исполнил твое желание, нужно стать как минимум хозяином бутылки. Пойдем! Да куда ты пойдешь? Ты теперь месяца два с бронхитом проваляешься, да, Андрюха! Да, пойдем! Давай, вылазь, пожалуйста, вылазь! Ну, а из армии дождешься? Да! Ладно. Иди за мной. Я. На что жалуетесь? Ни на что. Ну вот и хорошо. Армии нужны здоровые солдаты. Григорий Григорьевич. А что у тебя с желудком? Нормально. Желудок, голубчик, проверим. И в армию, в армию. А пока отправляйся на ФГДС. Зачем? Ну, вдруг у тебя язва. Да нет у меня никакой язвы. Вот и проверим. Идите, идите. Батюшки! Класс! Ну? Мам, что с тобой сделали-то? Что, плохо? Да нет, ну, необычненько так. Да ну, чё ты? Ну, маменька, ну, ты как курица-пеструшка. Ты что? Спасибо тебе, доченька. Спасибо. Да не слушай ты её. Спасибо, родная. Красивая голова. Спасибо. Аркаша обалдеет. Да что мне её слушать, старую злобную деву. Мам, Лар, да брось ты, ну что ты. Ой, господи, зачем я это все затеяла? Да успокойся ты, все нормально, стол заказан, гости созваны. Чего уж теперь, а? Потанцуем, повеселимся. Здравствуй, Тамара. Здравствуйте. Привет. Где мать? Давай уже ехать быстрее. Не знаю, папенька, твоя серебряная свадьба. Может, она прямо в ресторан заявится, твоя жена? Лара, ты что ли? Я. А что ты с собой сделала? А что? Прям перепелка. Папенька. Да вы что? Вы что, обалдели, что ли? Решили мне настроение испортить? Поздравляю, испортили.
Кто это? Конь в пальто. Лошадь переделанная. Понятно? Полковник, ну, подожди, сядь. Ну что ты? Лара! Да необычно как-то. Попрошу минуточку внимания. Я сейчас. Раз, два. Дорогие Лара и Аркадий. 25 лет вместе, это не шутка. Целая жизнь, можно сказать. Я хочу сказать, друг мой Аркаша, что только один раз в жизни я тебе позавидовал. Это когда Лара тебя, а не меня выбрала. Эх, какая была красивая пара. Ну что, за здоровье молодых! Горько! 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 Потанцуем? Сейчас, дорогие друзья. А что я приглашаю? Эту песню мне хотелось бы посвятить. Тогда давай выпьем. Полковнику российской армии Аркадию Викторовичу Карасю, а также всем присутствующим в зале офицерам. Ты говорил, Саша? Да ладно. А что, нет? Она замужем. Да ты что? Она замужем? Да. Тебя раньше это никогда не останавливало. Понимаю. Уже не годишься для такой молодухи. Да нет. Еще ни одна не жаловалась. Офицеры, офицеры, ваши сердца под прицелом за Россию. Аркашке, что ли? Все нормально. Так он до гроба за бабами бегать будет. Я думала, ты уже привыкла. Не собираюсь привыкать. Убил бы его, все. Так убей. А что? На охоте. Нечаянный выстрел. Бац, и нет. Боже мой. Идем уже, курильщица.
Здравствуйте, Виктор Борисович? Да. Это Лариса. Авария, помните? Какая Лариса? Извините. Алло, больница. Лариса? Да. Вы меня простите, не узнал. Что ж вы мне не перезвонили? Ну, просто надобности не было. У меня сын отремонтировал машину, так что все в порядке. А вы где сейчас? Я вот работу закончила, решила вам позвонить. А вы домой идете? Домой? Так я вас подвезу. Правда? Ну да. Спасибо. Туда. Сань, стой. Не туда. Вон туда. Здорово. Здрасте. Идем. Здрасте. У твоего брата что, новая женщина? А, проворонил женишка с квартиры. Да какое там? Ты видела ее? Ну, что на нее смотреть? Они все у нее одинаковые. Длинноногие брюнетки с большим бюстом. А эта тощая, кривоногая, кособокая, страшная. Шутишь? Ты что шучу? Пойди посмотри. Попроси, у него молоток, я видела, у него есть. Ну ладно, сейчас посмотрим. Привет. Говорят, у тебя молоток есть? Ну? Баранки гну, не показал. Скрывается сокровище. Ну как? Че? Ой, как ловко у вас получается. Где научились? Часто бывал в азиатских странах. Даже пришлось несколько месяцев жить там. Как вам? Честно? Как Райкин говорил, я не знаю, помните или нет, вкус специфический. Ну, вот это, ну, есть можно. Да, вы правы, вкус довольно необычный. Я тоже не сразу распробовал, зато потом полюбил. А зачем вы меня сюда привели? Поужинать. Вам поужинать не с кем? Ну, почему? Жена, бывшая жена, любовница, коллеги по работе, партнеры, знакомые. А вы с бывшими женами встречаетесь, да? Конечно. У нас сын. Со второй женой две дочки. Вы знаете, что-то мне эта китайская кухня совсем не нравится. Извините. Я вам закажу что-нибудь другое. Нет, спасибо, не надо. Вы голодная, а мне не хочется остаться в одиночестве. Боитесь одиночества? Как все. Впрочем, женщина переносит его гораздо легче. Откуда вы знаете? Читал. Значит, твоей жене своей изменяли, потому что боялись одиночества? Нет. Просто с годами супружеская любовь переходит в привычку, а мне хочется. Волнение души. Понимаю. Каких-то новых отношений, новых чувств. Ну, можно и так. Ну и на какие отношения вы рассчитываете со мной? Дружеские. Плавно перетекающие, более близкие. Виктор, сколько лет вашей любовнице? 25. 25. Ой, как хорошо. А мне 45. Вас это смущает? Меня, да. А меня нет. К тому же, мне кажется, что я вам нужен. Я вас слушаю.
Можно мне палочки попросить? Я хочу попробовать, вдруг получится. Вот, пожалуйста. Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков, над морем из диких цветов она повстречает тебя. Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков, над морем из диких цветов она повстречает тебя. Ну вот. Спасибо. Красивая песня. Ты сам написал? Нет. А кто? Да, там. А выйдешь за меня? Не, ну я понимаю, тебе надо подумать. Сонь, только давай недолго, а то я могу передумать. Я тебе не пара. Кто тебе сказал? Никто, я сама знаю. Сонь, ну да, мне нужно жениться, но это другое, это... Я знаю, из-за квартиры, мне потом сказал. Да это не то, что ты думаешь, ты мне действительно нравишься, я тебя прав... Да почему нет? Потому что я знаю. Ну как? Ну ничего, так уютненько. Да? Угу. Че бы еще прибить? Вот ты думаешь, ты гвозди забиваешь? Нет, ты сублимируешь. Вместо того, чтобы сексом заниматься, ты забиваешь гвозди в стену. Не, ну надо же куда-то сексуальной энергии выходить. Да еще один гвоздь. Да ну, господи. Вот она у тебя и уходит. Прям в стену. Все мужики козлы. Ну, это, кажется, я тебе уже говорила, что с этим делать. Господи, ну, смени ориентацию. Попробуй с девочками. Не надо меня так смотреть. У меня, знаешь, с мальчиком все в порядке. А ты долби, долби. Угу. Долби, на. Не надо. Ну, я пойду. Иди. Ну, пока. Да валите вы всех к чертям собачьим! Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков. Нравится? Очуметь. Пошли танцевать. Ну что, я не танцую. Пошли. Я не умею. Пойдем, я тебя научу. Ну лезь. Смотри.
Привет. Тебе что, занято здесь? Давай, давай, проваливай. Ну и ладно. Болотного договоримся. Отвали от нее! Слышь, ты сама отвали. Да я успокойся, мы счастливы. Она мне нравится, ты нет, поняла? Не поняла! Сейчас еще одного бойца подберем. Правильно, Аркаша. Мы этого бойца безо всяких врачей на озерах вылечим. А кто у нас там гниет? А? Ты че, Аркаша? Шутишь, да? Ладно, Коль, потерпи, ей одного дня до конца жизни хватит. Твою мать. Пропала охота. Ну и что мне, не разводиться же с ней в самом деле? Ну, ну и нахрена ей туда? Уток, что ли, будет стрелять? Да, и буду уток стрелять. И... Ты что думаешь, что я вам картошку буду варить? Здрасте. Здрасте. Добрый, здрасте. Добрый утро. Ну вот, видишь, Лара, даже машина не заводится. Потому что охота – это не женское дело. Да, а ты мне назови то дело, которое женщина не может сделать. А вот у мужчин таких дел, которых они делать не могут, полным-полно. Да, это что же? Стартер слабый уже. Рожать и грудью кормить. Ну, это природа. Ты, Коленька, привыкай, пожалуйста, потому что я теперь с вами буду ездить все время. И на охоту, и на рыбалку. Да. Все время с вами. Скоро ж пенсия. Мне надо как-то привыкать к вашим интересам. А то же нам прямо с Аркашечкой и поговорить нечего. Правда же, Аркаш? Миленька, ну поехали. Поехали, пожалуйста. О! О! Поехали. Ну ты придумаешь. Не надо было вчера бить, как лошадь. Тебя же остановить было невозможно. Яна. Ты что, ничего не помнишь? Mm-mm. В клубе тебе захотелось секса. Ты сняла Лию. Вы поехали к ней домой. Не могла же я тебя оставить одну. Кого я сняла? Лию. Ладно, надо сваливать, пока она не проснулась. Кошмар. Всю ночь от нее отбивалась. Почему? Почему? Ну, напряги свои кандидатские мозги. Не могу сейчас. Вставай, поехали. Меня тошнит. Всех тошнит. Давай, собирайся, поехали. Меня тошнит. Пусть остается. Милочка, денег не займете? Тебе, суки, не займу. А ей дам, если останется. Ну и чудненько. Едем на трамвае. Едешь? Угу. Прощайте. Спасибо. Ой, извините. Валите, валите.
Давай, крайняя справа твоя. На счет раз, два, три. Раз, два, три. А, Мазила! Это я просто в утку не хотела стрелять. А вот селезня подстрелил. Женская солидарность. Говорила, стрелять не умеешь. А я говорила, что женщины все могут. Вот что я говорила. Апорт. Чего? Это ж не палка! Ну ты, Лара, умница. Одна к одной. Мать. Я за нее. Да. Ну а что, ничего. Молодая, умная, гонористая только. Ну да не детей нам рожать, правда? Полковник, иди штаны надень. А чё, все свои. Лара, где? Не замерзла? Нет. Ну, за что будем бить? В общем, Виктор, я с мужем уже 25 лет живу. Он мой первый мужчина, и, в общем, я ему никогда не изменяла, а он мне изменял. С каждой юбкой всякое было, я и уходить собиралась, и, но все время что-то мешало. Дети. В общем. Я знаю, это очень трудно. Да что ты можешь знать? Профессор с каждым днем впадает все больше маразм. Я сегодня чуть с ума не сошла, когда в пятый раз начала объяснять одно и то же. Вероник, там это... У родителей этого что-то происходит. Лариса Львовна бьет посуду. А, это... Папенька, наверное, опять загулял. Или на охоту собрался. Еще пройдет. Ну вот. Мама опять простила.
Что вообще происходит, ты мне можешь сказать? Нет, ты не молчи, на, бей, бей, только не молчи, Лара! Ты мне что-нибудь сказать можешь? Говорила уже. Я тебя разлюбила. Ты чё, перешел на крепкие напитки? Ну все, сестричка. Обувай солдатские сапоги. Понятно. Полковник опять облажался. Сейчас опять начнут бить посуду. Не, ну с волосами-то получше было. Да отец здесь ни при чем. Это я так решил. Чё, решил в армию сходить? А чё, говорят, в горах красиво. Ты заболел? Не-а. Они хотели мне язву приписать, а я отказался. Ничего не понимаю, Камил. Шутит. Я серьезен как никогда. Очень хочется пострелять. Чего? Пострелять. Ой, господи, что это такое? Что такое? Все, мам, в армию ухожу. В какую армию? Да в нашу, российскую армию. Пешком. Чего ты решил? А медкомиссия? Здоров. Как здоров? Ну так, даже иди венерички сюда. Никакой. Ты что делаешь? Иди сюда. Делаю? Мам. Ты добился, чего хотел? Мам, погоди. Я говорю, ты добился? Мам. Я все. Больше с тобой жить не буду. Мам. Я не хочу. Это что? Больше с тобой жить. Все, мам, пап, подожди. Мам, я прошу тебя, успокойся. Мам, мам, на остановись. Мама! Ой, господи, мам. Ой, господи, мам. За что мне такое? Мам, мам, ну подожди. За что? Мам, ну послушай, мама. Оставь мама. Меня в покое. Ты полковник сделал Андрюшке язву, тот сам отказался. Как? Вот так, отказался, решил послужить отчизне. Как ты сам? Ты обо мне. Ну ты же сама говорила, что я счастлива. Ты же говорила, ты да? Ты обо мне подумала. Ну я же в рубашке родился. Ты же говорила, мама. Говорила. Ты тоже всю жизнь только о себе думаешь. Ой, блин. Я же не знала, что у меня такая жизнь будет. Мам, я мам, не хотела, чтобы мам, у меня такая мам, жизнь мам. Была. Ну что, ты нас совсем догонять хочешь? Мало того, что я бегаю, унижаюсь, белый билет тебе выбиваю, ты меня еще и подставляешь! Да ладно, один раз напрягся, теперь с чистой совестью будешь людям в глаза смотреть. А если убью, так вообще героем станешь. Ты! А вот это ты зря сделал, вот это зря. Чего? Ты, ты сучура! Ну, щенок! Что? Когда зубы успели вырасти? Вот не шлялся бы на своей охоте, на своей рыбалке, да по бабам бы меньше шлялся. Вот тогда бы и знал, когда у детей зубы растут. Да ты мне всю печень выела! А что мне, застрелиться, что ли? Хочешь, чтобы я застрелился? Хочу. Я тебя серьезно спрашиваю. Да, хочу. Ну, смотри. Мама, мама, ну, давай! Мама, давай! Мама, давай! Мама, давай! Мама, я тебя умоляю, прошу вас, что вы же взрослые. Знай, люди, любил мама, только тебя мама, одну, надо, так бы давно ушел в другой. Знай. Хочешь, я на колени встану? Дети взрослые, я им не нужен, тебе я тоже не нужен. Все, мама, с похоронами тебе помогут, не поминай лиха. Он же жив. Просто обморок. У него просто обморок. Он жив. Он жив. Дочка, обморок. Соня, открой, это я. Сонь, послушай,
Ты мне сейчас очень нужна. Да не только сейчас, ты мне вообще очень нужна. Если ты сейчас не откроешь, я уйду отсюда! Я тебя люблю, ты понимаешь? Просто люблю. Да ты меня вообще слышишь? Нет! Да ну и вали, дура! Вали! Валите вы все! К чертям собачьим. Боже мой, адреналин, если вы, ты что-то сделал, лысый. Да, лысый, в армию ухожу. В армию, две штрафные. У меня сегодня день рождения. Да? Да, Галша. Мальчики, ну давай. А хочешь, я тебе песню подарю? Хочу. Здорово. Все, мальчики, тихо. Слушай, сам написал. Дай сюда. Тихо. О, нормально. Толян, пожалуйста, потише. Время сквозь пальцы, словно песок. Долгие дни ожидания, книги, прочитанные между строк, и написанные письма признания. Кажется, будто уже не найти кого. Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков, над морем из диких цветов, она повстречает тебя. Нервишки-то совсем сдавать стали. В прошлый раз ты как-то быстрее очухался. Ты когда в следующий раз стреляться будешь, ты это делай без меня, чтобы я тебе, не дай бог, не помешал, ладно? Надо было дать мне умереть. Угу. Почему он каждый раз ложится между нами? Ну, пошел отсюда. Не трогай его. Он меня лечит. Это плохой анекдот, сейчас лучше расскажу. Два червячка ползут. И один другого спрашивает. Тебя как зовут? Пахнет вкусно как, а? Пить есть, а жрать нет. И чё так, дальше? Чё тут у нас? Короче, тебя как зовут? Тебя капуста, как? Фу. А здесь? А? Мешков. Чьё? Ну чё, молчишь, немая? Второй сорвался, улетел. Ребята, оставь, я пойдем в комнату. Маш, ну у нас жрачка кончилась. Надо чё-то сообразить. Чё соображать? Бери да пошли. Ренат, пойдем, тут рядышком короче, магазин. Третий. Ну сидит, правда, давай, сорвался, пять шагов. Улетел. Поставь на место. О, поварешь. Да погоди, ты да не обижу. Ренат. Плачу по ресторанной цене. Мне не нужны твои деньги, оставь. Ну, кушать хочется. Толян, бери гарнир, за все заплачу. Слушайте, давайте действительно в магазин. Какой магазин? Молчи, ты Ренат. Иди. Маш, хочешь пить? Андрей, ты чего? Ты че? Кастрюлю поставь перед девушкой, извинись. Андрей, не надо. Да пошел ты. Андрей. Я же по-хорошему попросил. Опа. А ты кто? Это кто? Ты дежурный по кухне? Оставь, Рена, отдалось тебе это мясо. Ты совсем? Ой, упала. Ну ничего, поварёшка соберет. Ой, и у меня упало. Чего? Чего ты на меня смотришь, насёточка? Сейчас что-то сожрёшь. Да уйди ты отсюда, а! Маша, вали! Успокойтесь! Что вы делаете? Стой!
я с тобой. Нет, ты дома. Мам, я с тобой. Я сказала дома. Мам, ну пожалуйста, мам. Что случилось? Я в больницу. Что случилось? Пап, у Андрея ножевое ранение. Пойдем, пойдем. Как ножевое? Лара, что? Садись. Садись, жди. Ну, сядь, пожди. Красивая она. Кто? Твоя мама. Такая молодая. Ну, ты тоже красивая. Ты поэтому на мне женился? Я женился на тебе из-за квартиры. Что? Пошути. Ну, хочешь, я ее батону подарю? Назло полковнику. Хочешь? А? Мы будем жить с тобой в общежитии. Ну а что, поживем? Хорошее общежитие. Да нет уж, спасибо. Может быть, это я за тебя вышла только из-за квартиры. Да? Ты знаешь, а что-то как-то мне все равно. Ну, главное, вышла. Вышла? Угу. Вышла. А у тебя там было какое-то желание. Помнишь, на какое? Корабле? На корабле. Тайное. Ну и? Да это так, ничего особенного. Ну, давай, говори. Ну, мне просто хотелось, чтобы у меня было все не так, как у всех. Все не так, как у всех? Да. Это все? Да. Это твое желание? Mm-hmm. Мам, мама, ну пойдем, ладно?
Это куда это вы? Дядь Коля, я сейчас. Никуда не надо. Иваныч, я что-то не понимаю, а ты что мою жену за талию держишь? А, за что же мне ее держать? А ну-ка ты иди со своей танцуй. Так, иди, иди, иди. А... Вероника, марш к столу. Пойдем, дядь Коля, танцуем. Иди, иди. Лара, ты сегодня страсть как хороша. Ты заметил? Да. Вальс. Мужики к тебе липнут, как намазанные. По мужикам? Обратил внимание. И по ним тоже. А платье у тебя сегодня просто ух. Нравится? Да. Но на охоту в такую не пойдешь. А я вообще, Аркаша, больше на охоту не пойду. Почему? Ухожу от тебя. В смысле? К другому. Какому другому? Нет у тебя никакого другого. А я вчера заявление о разводе подала. Только Нике пока не говори, ладно? Ну все. Погоди. Я больше не хочу танцевать. В чем дело? Ни в чем. Пусти, пожалуйста, мне давай больно. Поговорим. Да поздно мы разговаривать. Да о чем с собой вообще разговаривать? Ты же не поймешь ничего. Ну давай, Аркаш, поговорим. Аркаш, пусти, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Поговорим. Ну, лет 20 назад еще с тобой можно было поговорить. А сейчас пусти. Ну почему же? Давай поговорим. Давай, поговорим. Давай. Так чего ж ты эти 20 лет молчала? Тебя что-то держало? Угу. Дети держали. Дети держали? Дети. Ну? Все? Да. В общем, я, Аркаш, ухожу. Подожди, ухожу. Подожди. Пусти. Ну ты же знаешь, что я люблю только тебя одну. Я ведь как утка всегда вернусь на свое болото. О, Господи, ну не утка ты. Аркаш, ты карась, понимаешь? Карась. Орка! 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 Ты, Лара, тоже карась. Что это? Сейчас увидишь. Оригинально. Но главное, что не так, как у всех. А откуда ключи? Джин подарил. У них, согласно твоей теории, сегодня здесь консилиум. Так что все бутылки твои. Можешь загадывать желание. Точно? Абсолютно. Ни в чем себе не отказывай, только озвучивай вслух.
хочу, чтобы этот безумный человек всегда оставался со мной. Внимательно. Бойтесь своих желаний. Еще? Да сколько угодно. Хочу, чтобы он исполнял все мои желания. Хорошо. Хочу, чтобы он дарил мне цветы. Сделаем. Хочу двое детей. Сначала мальчика, потом девочку. Хотим сначала мальчика, потом девочку. Хорошо. А можно я закажу? Ну, давай. Хочу собаку. И кошку. Ладно, забили собаку и кошку. Так, помогай, давай теперь ты загадывай желание. Хочу мартышку. Мартышку? Мартышку. Тогда я хочу вот. Время сквозь пальцы, словно песок. Долгие дни ожидания, книги, прочитанные между строк, и написанные письма признания. Кажется, будто уже не найти того, кто судьбой предназначен, и никогда не сойдутся пути. Но знай, будет все иначе. Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков, над морем из диких цветов, она повстречает тебя. Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков, над морем из диких цветов, она повстречает тебя. Может быть, в спящих окнах домов или на лентах дорожек, где-то среди неразгаданных снов тебя кто-то ищет тоже. Кажется, будто уже не найти того, кто судьбой предназначен, и никогда не сойдутся пути. Но знай, будет все иначе. Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков, над морем из диких цветов, она повстречает тебя. Под нитями света дождя, в объятиях седых облаков, над морем из диких цветов, она повстречает тебя.